Друзья Путина. Знакомьтесь, Леонид Слуцкий. В 2017 году в Генпрокуратуру России поступило обращение от бизнесмена Полонского с просьбой возбудить уголовное дело по факту вымогательства Слуцким квартир в элитном жилом комплексе. Супруга Слуцкого владеет пентхаусом за 400 миллионов рублей в московском ЖК «Кутузовская ривьера». В 2018-м журналистки предъявляли депутату обвинения в сексуальных домогательствах. Слуцкий принес официальные извинения и дело замяли. Дочь депутат отправил учиться в американскую школу в Швейцарии. Девочка называет Россию «Рашкой» и любит фотографироваться с пачкой долларов в руках.